Так, продолжаем дальше ехать. Получается, в районе Мелитополя. От перекрестка на Семеновку поворот. Это выезд, получается, в сторону Запорожья. Сегодня у нас 15 мая 2021 года. Так что ремонт идет полным ходом. Получается, движение перекрыто, пропускают только по одной полосе. Ну, где-то 3-4 километра от Мелитополя, грубо говоря, на выезде в сторону Запорожья. Конус валяется. Получается, уже положили чистовой слой, так что скоро буду доделывать обочину, и уже можно будет ездить. Красотища. Ну, уровень дороги поднялся где-то сантиметров на 40, судя по обочине. На видео, наверное, не видно, как бы, но визуально сантиметров 40, где-то 30-40. Тут немножко щебня привезли. Работает тут полным ходом. Вот светофор стоит, который движение перекрывает. Ну, пробки ориентировочно минут 15-20 пропускают. Поэтому имейте в виду, когда планируете поездки. Для ориентира, получается, заправка Амик — это поворот на Мирный, это, получается, на выезде из Мелитополя. А так уже тут красотища, все ровненько. Но обочину еще не делали, доделали точнее. Вот так уже можно ездить. По сравнению с тем, что было вот в этом месте, те, кто ездил постоянно в Запорожье, здесь были одни бугры, ямы, бугры. Вот, а теперь здесь новый асфальт. Thank you.
велосипедисты на шоссе никак ездят. И тоже надо кайфуют от ровной дороги. Обочину еще не делали, еще перепад сантиметров 30, наверное, от уровня дороги, поэтому остановиться не получится. Разметки тоже еще нету, работы еще не закончены по дороге. Ориентир, поворот на Федоровку, на Терпение. Вот, а здесь уже получается, от этого места уже начали делать разметку. Только отметили край проезжей части. Так что красотища.